Elrond. Обзор революционной блокчейн-платформы. Привет всем! С вами на связи канал Лора Дэвис. И сегодня на обзоре у меня один очень интересный и, я бы даже сказала, революционный проект. Речь идет о платформе Elrond, которая представляет собой не просто очередной ERC-20 токен, которых сейчас расплодилось уже тысячи. Нет, Elrond – это полноценная самостоятельная экосистема, собственным блокчейном, уникальным алгоритмом майнинга и множеством других возможностей. Информации о данном проекте я нашла довольно много, поэтому обзор будет разделен на несколько частей. Первая часть будет обзорной, в которой я расскажу кратко про все основные позиции проекта Elrond. Что предлагает миру платформа Elrond? Итак, пойдем по списку. Первое. Блокчейн-платформа с возможностью создания собственных смарт-контрактов и запуском полноценных DEPs – децентрализованных приложений. Второе. Огромная скорость работы. Уже на проверочной стадии тестовая сеть Elrond смогла показать более 12 000 TPS – транзакций в секунду, а рабочая частота держится на уровне 500 000 транзакций в секунду. И разработчики заявляют, что это не предел. Третье. Такая скорость работы достигается благодаря реализованному протоколу шардинга – Sharding Protocol. Пока разработчики Ethereum только пытаются внедрить его в свою сеть, команда Elrond уже смогла предложить рабочую реализацию этой прорывной технологии. Подробнее о том, как это работает, я расскажу в следующих своих обзорах. Четвертое. Новый алгоритм майнинга и подтверждение транзакций SPOS – Secure Proof of Stake – это модификация всем известного протокола Proof of Stake, однако более защищенная. В SPOS валидатор выбирается не просто на основе случайного числа, как в обычном POS, а на основе случайности, сгенерированной исходя из подписи предыдущего блока. Такой подход позволяет избежать многих минусов классического Proof of Stake и является в сотни раз более быстрым, чем устаревший консенсус POW. Пятое. Реализуемая в будущем система взаимодействия с другими блокчейнами. Создатели проекта Elrond хотят реализовать истинную суть криптовалют и блокчейна, полностью децентрализованную и не зависящую от третьих лиц в виде обменников и криптовалютных бирж. Блокчейн Elrond позволит простым людям и разработчикам напрямую взаимодействовать с другими блокчейнами, такими как Bitcoin и Ethereum в первую очередь, и обменивать валютами и токенами этих блокчейнов без посредников. Блокчейн Elrond позволит простым людям и разработчикам напрямую взаимодействовать с другими блокчейнами, такими как Bitcoin и в первую очередь Ethereum, и обмениваться валютами и токенами этих блокчейнов без посредников. Помимо этого, проект Elrond имеет сильную команду. Например, одним из главных у них является бывший разработчик криптовалютной платформы NEM, а также мощных партнеров и спонсоров. Например, проект Elrond поддерживает сам Чанг-Пенг Джао, генеральный директор ведущей криптобиржи Binance. И, кстати, их токен ERD уже вовсю торгуется на этой бирже и имеет суммарную капитализацию более 15 миллионов долларов. С таким-то партнером можно достичь небывалых высот. И я надеюсь, что у разработчиков это получится, ведь пока что проект Elrond находится на стадии разработки и запустил только тестовую сеть. А тех, кого заинтересовал данный проект, я приглашаю посетить их официальный сайт и подписаться на мой канал Лора Дэвис, чтобы не пропустить дальнейшие, более подробные обзоры на Elrond.